Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и это игра Forgotten Ан. Ладно, давайте посмотрим настройки, что у нас здесь есть. Общая громкость, музыка, давайте мы ее немножечко так подубавим до 50. А вот речь, наверное, и прочее оставим. Игруха бесплатная, но за полную версию просит 749 рублей, как вы видите. Давайте посмотрим. Я глянул вообще геймплей на ютубе, и, блин, она мне визуально очень зашла. Вообще мне многое визуально заходит. Итак, смотрите-ка, здесь даже сюжетики есть, что ли? Бомжар какой-то спит. Мы будем играть бомжом или это девушка-бомж? Так, типа М-видео. Колла. Итак, все тапают, тыкают. И вот, какой-то странный дом. Причем заколоченный уже, блин, но нарисовано симпатично очень все. Опа, время исчезло. 6:30. И я играю не Анной? Блин, смотришь как мультфильм просто обычный, японский какой-нибудь. Игра на русском языке. Опа. Что это? Он второй носок не одел. Понятно, это забытый носок на самом деле. Я буду играть носком, серьезно? У нас тут еще один. Коллекционер. А? Реально, я буду играть носком? Блин. Прикольный музончик такой прям. Это такая графика будет, да? Рисованная. Так, качественная древесина, крепкая сборка, чугунные ножки. Хорошо, вам прям, пожалуйста. А я носок. Не волнуйтесь так, вы не первый, кто здесь оказался. Так, одну минуту, есть потертости, нет пары, заводской пошив, ага. Советую устроиться на работу на фабрике. Это прямо здесь, по лестнице вниз. Вот так вот. Сделаем измерение лучше вместе. Работа с наклейкой профпригодности. Трудитесь со смыслом. Да, вы забыты, но дороги открыты. Блин, атмосфера очень даже прикольная. История носка. Итак, какие-то часы, что ли? Куча-куча кого-то. И где мой носок бродит? Носок, ты где? Блин, вот... Все очень круто, конечно, нарисовано. Может быть, даже... Так, это какой-то у нас этот... Мошенники какие-то. А это типа охранник, что ли, пират. Он же бензоколонка. Так. Че мы, типа это, на темную сторону? Ступили. Взрыв. А это какой-то дом, где живет, скорее всего, властелин вот этих забытых вещей. И кто раздает работу? А, это даже человек. Офигеть. Необычно. Где же я? Носок. Пыльный, потный на... Опачки. Анна? Я, честно говоря, я думал, за носка буду играть. Но, походу, нет. Офигеть. Че, все, игра начинается? Что происходит? Чтобы вызвать круг движения и идти, коснитесь и удерживайте палец на левой точке. У левого края экрана. Для бега быстро проведите пальцем в нужном направлении. Погоди. Коснитесь кнопки действия в правой части экрана. Давай. Света нет. Что-то с питанием. Не помню, чтобы в башне случились перебои с анимой. Так, ну это понял я уже.
Дальше я могу пройти? Давай откроем дверь. Вау. О нет. Оглянитесь с помощью круга движения. Так, 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 мне интересно, что здесь у нас произошло? На главном вокзале пожар, нужно спешить. Наверняка это связано с перебоями в подаче аниме. Аниме — это какой-то топлив, видимо, очень важный здесь. Мастерская осталась без аниме. Владыка Бонку этому рад не будет. Так, а дальше у нас тут ничего нет. Давай-ка мы... Еще хочу вот туда. Здесь что у нас? Кажется, фабрика все еще работает. Давай-ка выйдем отсюда. А, понятно. Так, здесь что у нас? Я и владыка Бонку. Как же давно это было. Он, видимо, какой-то родственник, либо тот, кто... Ох. Блин, прикольно вообще. Атмосфера мне прям... Я просто раньше в подобные игры не играл. В трубах нет аниме. Нужно включить насос. Давай включим насос. Блин. Японцы, вы можете? Или кто эту игру сделал? Надо будет посмотреть и потом отписать. Так, что здесь у нас? Владыка Бонку наверняка пытается связаться со мной по зеркалу. Нужно восстановить передачу аниме. Я думаю, что аниме у нас где-то вот здесь вот. Давай, подруга. Это насос, да? Надо выкачать аниму из этих баллонов и запитать ей насос наверху. Опа. Коснитесь арка, чтобы включить анимозрение. Ага. С помощью арка можно закачивать и выкачивать аниму из баллонов. Выкачивать аниму из баллона, коснитесь и удерживайте. Ага, теперь у меня достаточно аниме, чтобы запитать насос этажом выше. Окей, давай, подруга. Блин. Это знаете, как Хайоми Миядзаки, по-моему. Вот мне чем-то сразу вот эта атмосфера напомнила именно мультфильмы от него. Так, подожди. Так, сейчас. Поднимемся наверх. Сюда. Это же не насос? Так, понятно. А где у нас насос-то находится? Здесь ничего нету. Там было написано этажом выше. Значит, это вот где-то здесь у нас. А, вот дверь. Ага, вот и насос, да, у нас? Так, коснитесь арка, чтобы включить анимозрение. Запитать распределитель аниме, коснитесь и удерживайте. Так, а где это? Вот сюда просто надо? Ага, осталось лишь потянуть за рычаг. Окей, где рычаг? Вот этот, мне кажется, да? Тут стоит парный замок, в одиночку я не смогу открыть. Это что такое? Ворота в башню владыки Бонку. Я не была там уже очень давно. И одной мне их не открыть. А кого мы тогда это? Так, кого-то, значит, надо нам найти. Окей, как насчет того, чтобы подняться наверх? Взяться за рычаг, коснитесь кнопки действия. А, во. Вот этот рычаг. Всего лишь. А, и удерживайте. Понятно. Давай. Сдвиньте рычаг с помощью круга движения. Ага. Все. Да будет свет, сказала Анна. Итак, ух ты. Красота. Эн, меня слышно? Это скайп у них такой.
Так, сохранение, отлично. Блин, кто за продолжение? Ставьте большие пальцы вверх. Давайте наберем, ну не знаю, 500 лайков. Я приобрету полную версию, и мы с вами будем проходить. Кому, конечно, это интересно. Владыка Бонко, вы в порядке? Что происходит? Атака повстанцев. Полагаю, они хотели добраться до башни. Они не ведают, что творят, и что стоит на кону, и что стоит на кону. Я зачищу нас. А, я защищу нас. Что мне делать? Давайте. А. Нужно удерживать. Что прикажете делать, владыка? Будь начеку, Эн. Хоть повстанцы, скорее всего, разбежались, дел у нас от этого не убавилось. Сначала нужно восстановить подачу аниме на оборонительные сооружения, загрузить распределители и запитай все от резервов башни. Конечно, владыка, я разберусь. А когда закончишь с этим, узнай, что происходит в мастерской. Достроить эфирный мост – это наша главная задача. Он уже почти готов, Энн. Мне осталось установить последнюю секцию. Я проверю, как там Тиффани и... сторожевой... свяжусь с вами. Хорошо. Что-то я не успел прочитать. Да, владыка? Неважно. Будь начеку, скоро мы будем дома. Скоро мы отправимся домой? Новая запись. Коснитесь, чтобы открыть дневник. Давайте откроем. Итак, расследуя проблему отключения аниме, я узнала, что в городе произошла серия взрывов. Я восстановила подачу аниме на свой участок башни, после чего владыка Бонко связался со мной и ввел в курс дела. Теперь я направляюсь в мастерскую, где вновь налажу постройку эфирного моста. Выдвигаюсь туда немедленно, а по пути буду оценивать общие масштабы учиненного повстанцами ущерба. Окей, у нас что там? А, больше пока ничего, да? Хорошо, добро. Че, в мастерскую? Опа, ты кто? А ну не с места! Осторожней! Ой. А ну назовись, забывчик. Меня Дилли звать, госпожа смотрящая. Я сварщик. Да, точно, сварщик с мастерской. А где твоя наклейка профпригодности? Наклейка эта отклеилась. Потерял, наверное. Ты повстанец. Не повстанец я, забывшим меня человеком, клянусь. Ты ворвался в мой дом, повстанец, я буду вынуждена... Не надо, госпожа смотрящая, у меня послание. И что же за послание? А ну это, в мастерской анима пропала. И повстанцы повредили главный запитывающийся насос на главной вокзале. Думаешь, я настолько глупа, ты несешь полный бред. Не, давайте он врет. Ты завалился сюда, минуя сторожевую башню, сквозь запертые ворота вверх по лифту ко мне, чтобы сказать о том, что я и так уже из окна видела. Ну, честно говоря, вы, повстанцы, даже понятия не имеете, что вы вытворяете и что стоит на кону. Прошу, не сушайте меня. А я иссушу тебя. Не приближайтесь. Ты не оставляешь мне выбора. Так, арка может иссушать забывчиков. Коснитесь арка, чтобы включить аниме-зрение. А, то есть я просто на него нажимаю и... Все, да? Точно повстанец. Новая запись. В башню проник забывчик-повстанец. Он был красный, мелкий, вязаный и в очках. Он больше боялся, чем пытался напасть, но я не могла позволить ему сбежать. Совершенно точно он прознал о прорехе в системе безопасности башни и не преминул ей воспользоваться. Я не могу допустить, чтобы эта информация попала к сопротивлению. Придется допросить смотрителя сторожевой башни, когда прибуду туда. Окей. Так, этой ситуации мог быть иной исход. Понятно. Но мы выбрали... Опа. Опа, что это? Что это такое? Новый сувенир. Хм. Повернуть, коснитесь страницы. Нет. А, ну у нас пока тут всего-то страницы. Окей, давайте отправимся в мастерскую. Дождь. Вечно тут дождь. Так, что это такое? Лифт?
Но я бы мог спуститься, конечно, и на лестнице. Итак, тут пишут, короче, кто за что отвечал. Кто сценарист. Что-то мы быстро слишком спускаемся, да? Майкл Годовский Марианьяк. Итак, все, мы куда-то спустились. Блин, ну очень красиво все нарисовано. Нас еще не успели особо познакомить с миром вот этим, но я понял, что здесь у нас забытые вещи всякие. Есть какие-то повстанцы, есть стражи, это типа меня. Ты кто там? Мужик. Доброе утро, Павел. Доброе утро, госпожа. Вам нужно пройти? Я сейчас, одну минутку. Не надо, мне к сторожевой башне. Все полируешь. Владыка Бонко пообещал мне билет на эфирный мост, если я отполирую все плиты башни. Потихоньку, госпожа, одну вот оттер, осталось 11244. Это же бесполезная работа. Ты что, Павел? Ты ведь так кристаллом станешь и половины не оттерешь. Я не думал об этом. А ты подумай. Хорошо? Кстати, ты не замечал тут забывчик, не пробегал? В очках шерстяной, мелкий такой. Никого такого не видел. Я весь в работе. А что стряслось, госпожа? Атака повстанцев. Повстанцы проникли в окрестности башни. Один из них... Ужас какой, я бы не слабо вструхнул. Знаете, забывчики в городе считают вас безжалостной и смотрящей. Наверное, они просто не знают вас так, как я. Спасибо, Павел. Мне пора в сторожевую башню. До скорого. Всегда рад встрече. А, здесь у нас стена. Да, короче, он фигачит там от души. Так, а мы здесь можем подняться? Нет, не поднимается она, ну ладно. Не слабо, кстати, греет смартфон, хочу заметить. Изумрудные такие цвета, прям вот этот зеленый цвет преобладает. Так, я вижу рычаг. Давай, хопть. Все, ворота открыты, погнали, подруга. Что это у нас такое? Взрыв повредил рельсы. Похоже, сегодня я на своих двоих. Понятно. Так, я вижу какую-то фигню. Подожди. Так. Ты что, ты как-то это... Ну-ка, давай. Да нет, вот. У меня что, не осталось аниме? Как так-то? Бежим. Forgotten Anna. А, она еще и устает даже. А, не, не сейчас. Спасибо. Для бега подведите палец к краю движения. Ну, понятно, я бегу. Бегу, бегу, бегу. А тут продолжает писать. Одним повстанцам тут точно не обошлось. Какой бедлам. Прыжок. Коснитесь любой точки у правого края экрана. Ага. Ага. Забраться, встаньте у края и прыгните. Ух ты. Давай. Хоть подтягивается девчонка вообще. Ух. Нормально. Давай еще раз. Эх. О, подожди-ка. Не-не, слишком высоко просто. Не, давай еще разочек. Длинный прыжок, прыгните во время бега. Эх, не долетела подруга. Сейчас. Опа, отлично. Сейчас мы еще разочек разбежимся как следует.
Тихо, сейчас. Да ёкарный бабай, ты подруга, ты чё, разучилась прыгать что ли, а? Рыжая. Давай еще разочек. О. Их. Да как так-то, блин? Я же все правильно делаю. Тут прям чуть-чуть не подошел, и она не допрыгивает. Ага, вот. Опа! Крас... Да ёперный театр, блин! Подруга! Ты не издевайся надо мной, пожалуйста, я тебя так... очень долго буду! Все, полезли. Все, прыгать научились. Так, все нормально. Так. Кто там? Скоро прибудет смотрящая, и вам мало не покажется? Тиффани, это я! Энн? Тут были повстанцы. Они ко мне заглянули. Я не могу открыть ворота. Анима пропала. Я заряжу распределитель и перенаправлю ток. Жди, никуда не девайся. А. Все понятно, короче. А как я буду распределять тут ток-то? Тихо. Хдыщ! Чё-то ничего не произошло. А, надо вот так вот сделать. Отличная работа. Бог ты мой. Я думал, я там человека увижу, а там тоже забывчик какой-то. Тиффани, как хорошо, что ты в порядке. Я так рада, что вы здесь. Доложи обстановку. Конечно, госпожа смотрящая. Следуйте за мной. Follow me. Этим утром с мастерской прибыла группа забавчиков. Я думала, они привезли прибамбасов для эфирного. Мне и в голову не пришло, что у них... Я не взяла главные ворота, так что пришлось экстренно вырубить систему. Но тут мелкий красный шаф успел прошмыгнуть к задним воротам. Так, не стоит себя винить. Такая суматоха. Ты сделала все, что смогла. Хорошо, что никто не пострадал. Не сильно себя кори. Спасибо, Энн, такого больше не повторится. Я знал, что могу на тебя положиться. Он будет зол на меня, да? Надеюсь, у меня еще есть шанс. Никто не собирается отнимать у тебя билет на эфирный мост. Я замолвлю за тебя словечко. Повстанцы уже несколько раз пытались взорвать ворота. На той стороне такой взрыв уничтожил железнодорожное... А значит, будут проблемы. Если бы только это, я пытаюсь ее починить, но это... Пойду заберу свои крылья, тебе анима ключ, я была бы очень благодарна, Энн. Ничего не успел прочитать. Так, новая запись, давайте почитаем. Тиффани рассказала, что мятежники попытались взорвать ворота сторожевой башни и продвинуться вглубь. Но до того, как она успела вырубить все системы, тот самый шарф-повстанец сумел проскочить. Сторожевая башня сильно пострадала, и теперь нам придется починить западные ворота, чтобы я смогла попасть в мастерскую. Для этого мне нужно попасть в сторожку и достать аниме-ключ Тиффани и мои крылья. У нее есть крылья. Пацаны! Так. Как дела с починкой? Ой, я же не принесла тебе... Кажется, я видела его где-то в подвале. Так, все понятно. О, так... Что, сюда нам надо отправиться? И здесь где-то должен быть подвал, да? Так. Тут вообще это... и туда, и все равно... Ничего нету. Так, а где у нас подвал? А, вот, наверное, и подвал, да? Ну-ка, давай зайдем. Вау, нет, это не подвал. Посылка от владыки Бонку, похожа на БВК.
Что за БВК? А, вон подвал внизу у нас, но я хочу сначала вверх прогуляться. О! А эту штуку, если я сейчас заберу. Давай заберем. Отлично. Опа! Владыка Бонко, сторожевая башня под контролем, но одному забывчику удалось проскользнуть. Но не волнуйтесь, с ним уже покончено. Неприятное известие. Как такое произошло? Их впустила Тиффани, Тиффани предприняла все возможное. Да, не будем сдавать девчонку. На них были поддельные наклейки. Тиффани удалось закрыть ворота, прежде чем основная группа смогла проникнуть. Это хорошо, но, возможно, нам нужен новый сторож. В этом нет необходимости, владыка. Если повстанцы хотят вернуться в город, им будет нужен поезд. Их можно перехватить на вокзале, если не мешкать. Да, владыка, уже выдвигаюсь. Понятно. Так, давай мы сначала здесь прогуляемся, посмотрим, что тут у нас имеется. Забытая Анна. Блин, я думал, что игруха вообще будет какой-нибудь... Оу. Так. Что тут? Выбор нужного диска. Коснитесь его. Выберите диск и удерживайте... Перемещайте его с помощью круга движения. Так, мне нужно вот этот вот. А, он только туда, да? А вниз что не двигается, а этот? Так, ладно. Нет, хочу вот этот. Вернись обратно. Вот. Давай, давай, давай. Нет, не сюда. Теперь этот. Ага. Открылось что-то. Ух ты! Это ж мои крылья! Сириус! Ну чё? Ты будешь крылышки одевать, подруга? Давай. А летать мы еще здесь будем, что ли? Ух ты. Милота. Так, расправьте крылья, коснитесь. Крылья, прыжок, прыгните. А, ух ты, нифига себе, я как высоко. Не-не-не, сначала надо в подвал. Я до подвала-то не дошел. А то там меня... Тиффани-то ждет. Ты слышишь? Ты что, вниз не хочешь спускаться, что ли? Вот собака, а. Во, ты же можешь спуститься. Все, блин. Завис. Опа. Ну давай. Черт из два. Так, я понял. А здесь что у нас? Здесь тупик, да? Опа. Так, что тут у нас? Опа, нормуль. Нормуль. Опа. Чтобы свестись с края, проведите вниз по кругу движения. Чтобы упасть вниз, нажмите в любом месте у правого края. А, понятно. Все логично. Тише, что это такое? Бонус-контент. Открыт новый предмет. Что это такое? Дорогая мисс Тиффани, с большой радостью спешу сообщить вам о том, что ваша кандидатура на должность смотрителя сторожевой башни одобрена. Как вы сами заметили в сопроводительном письме, для достижения максимальной продуктивности окрестности главной башни должны быть под неусыпным надзором.
Но должен отметить, что благополучие Энн волнует меня гораздо больше, и забота о ней будет вашей непосредственной обязанностью. С нетерпением жду вас в недавно построенной сторожевой башне, где вы сможете стать частью нашей профпригодной семьи. С уважением, творец Бонку. Какие тут вещи творятся. Давай, давай. Не-не-не, ты давай сползай. Чик. Все. Понятно. Так, но нам нужно еще спуститься в этот. В подвалище. Пойдем. Так, 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 так. Сюда, сюда. Крылья пока отключим. Так, здесь мы уже были. Давай в подвальчик. Так. Давай мы еще зарядимся. Мой контейнер уже заряжен. Здесь только один типа заряд, что ли? Ну, давай. Сюда зарядим его. Нажмем. Ты дыщ? Ух ты. Ну я вот здесь вот возьму уж, пожалуй. Так, подожди. Ключик можно взять? Отнесу его Тиффани, и она починит ворота. Крут. Так. А, здесь типа это. Давай. Ох ты, еще дверь. А ты кто такой? Привет, дружище. Ну-ка, давай зарядим его. Знаешь, ты хоть и кукла для битья. Кто тебя смастерил? Смотрящая? Потрудилась она на славу. И чё? Я к тебе не могу залезть, что? Так. Ничего я сделал. Так, давай-ка мы включим свое суперзрение. Во, и заберем. Отлично, все. Теперь можно идти на... Подожди. Но у меня уже штука это... А, нет! И зачем я собираю все эти вещи? Угу. Присядешь? Когда мы будем возвращаться домой, все это добро придется оставить здесь. Открыт новый предмет. И чё? Давай вставай, подруга. Посидела, отдохнула, хватит. Пошли Тиффани помогать. То девчонка там ждет уже. Надо же узнать, что там произошло. Летать мы уже почти научились. Ну давай, пообщаемся. Вот твой аниме-ключ. То, что нужно. Спасибо, Энн. Как успехи? Почти закончила. Этот ключ вам ничем не напоминает, Энн? Помните, владыка Бонко обустраивал хранилище, а вы его нечаянно уронили ему... Еще бы уж и... Он придумал все эти сложнейшие механизмы ради нас, а я даже ворота не могу открыть. Что за бедлам? То мы тут в ус не дуем, то от повстанцев отбиваемся, даже не знаю теперь, что будет завтра. Так, ворота вроде починила. Должны работать. Попробуйте. Ну давай попробуем. Хыдыщ! Отлично. Ух ты, ёперный театр. Нет. Мне жаль, Энн. Не переживай, Тиф. Сломанные ворота меня не остановят. Что с воротами? Шестерни сломались. Эти ворота еще не скоро откроются. Извините, Энн.
Так, ну-ка, можно еще с ней поговорить? Я из-за них хорошенько перепугалась. Я тоже. Блин, у меня сейчас крылышков нету. Ха, для крылышков мне нужен заряд. Пошли где-нибудь его заберем. Например, внизу. Давай, вот здесь прямо его возьмем. И заберем. Мы уже здесь посидели. О, красота его. Его можно забирать. Это замечательно. Думаю, там он не пригодится, а мне это нужно. Так, выходим. Игра, кстати, весит что-то около гиг 600, что ли. Ну что ж, давай. Хдыщ. Задайте этим повстанцам. Так. Блин, ну прикольно вообще. Отлично. Так, кто-то там что-то делает. Я тебя слышу. Ха, ботинок застрявший. Смотрящий? Че ты там занят? Пытаюсь трубы залатать. В мастерской совсем нет аниме. Последнюю секцию эфирного моста нужно доставить владыке Бонку. Пинки тут не помогут, их уже не починить. В сторожевой башне сломался насос, его уже не починить, оставь это дело. Ох, не попасть мне домой, не увидать ногу хозяина. И в походы не походить, и не взбираться. Я разберусь с этой проблемой и верну аниму в... Правда? Как хорошо, и мы все вернемся домой, так скучая по ногам. А почему вы скучаете больше всего, госпожа смотрящая? Можно и рассказать, я бы хотел вот... Ну, я... Вопрос так вопрос. Где строй? В мастерской. Он сегодня в своей фирменной распоряжении. Спасибо, а теперь прекрати... Но я только типа это и умею делать, ладно. Давайте гоним дальше. Не говорите строю, что я пинал трубы! Понятно. А дальше, чтобы пройти, вы должны купить. Что ж, главное меню. Блин, ну прикольно, прикольно. Кому интересно продолжение, конечно же, ставьте большие пальцы вверх. Повторюсь, 500 лайков и продолжаем дальше изучать эту историю. Интересно, интересно. Кстати, игруха, наверное, не факт, что только прям на мобилках есть. Возможно, и на консолях, и ПК. Ну а на этом все. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. И не забывайте оставлять комментарии. Всем пока.